Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А мы сейчас будем делать маринованные желудочки, куриные желудки. Как мы их будем делать? Да, очень просто. Берем, чистим, вы знаете, как желудочки чистить, потом нарезаем, нарезаем тоненько, вот так вот. Потом водички я в теплой. Сначала хорошо-хорошо все промываю, потом, ну, у меня долго они лежат в водичке. Я сливаю периодически воду, потом снова кладу, снова сливаю. Долго, где-то, наверное, в течение 1,5-2 часов они у меня лежат, пока я занимаюсь всякими делами, для того, чтобы мариновать. И сейчас я включила сейчас газ, налила сюда водичку. Сейчас я вам покажу. Вот так. Наливаем водичку. Я про порции не говорю, потому что вы каждый берете себе на свой вкус. Кто хочет килограмм, кто хочет два. В общем, кто сколько хочет. И я сюда желудочки свои. У меня полкило сейчас выложила. Все. Сколько у меня они варятся будут? У меня уже горячая вода. То есть она у меня закипела. И немножко проварю после кипения. Минут 5-7 и вытащу. Так, ну а пока... Вот видите, я как очищала, покажу вам желудочки. Я убирала вот это вот все. Это пойдет Ремочке в кашу. Ей всегда достаются все обрезки всякие разные. Все, это я так чистила желудки. Что нам нужно будет? Эти желудки будут очень остренькие, но вы можете делать не острые. Какие хотите вы можете делать. Я буду делать острые. Смотрите, можно использовать вот такой перчик, который у меня растет на балкончике, на подоконнике. Вот такой перец можно использовать. Можно уже маринованный перец использовать. Тоже, который я мариную. Вон он. Так, а тут у меня уже убегает слегка-слегка. Вот так вот сделаем. Варится все в прямом эфире. Любой перец. Одну штучку я возьму на полкило. Дальше. Где-то на кончике чайной ложки черный перец. Паприка красный. Это паприка сладкий перец. Имбирь. Имбирь тоже чуть меньше, чем на кончике. Что я делаю дальше? Дальше я беру любую емкость. Вы можете брать, какую вы хотите. Я беру, какую я хочу. И делаю вот такой вот маринад. Да, желудочки у меня варятся не в соленой водичке, а просто водичке. Так, все это я сюда смешиваю. Отлично, хорошо. А теперь немножко соли. Соли у меня выйдет чуть-чуть. Где-то примерно пол чайной ложки соли. Этого мне будет достаточно. Все, потому что у меня кроме сольки здесь будет еще мед. Меда вот так вот, одна чайная ложка меда и где-то 50-70 грамм соевого соуса. Я вот так вот делаю. В общем-то, соевого соуса нужно налить вам ровно столько, чтобы получилось из смеси кашица. Жидкая кашица. А после кипения, повторяю, 5-7 минут, ну, можно 10 проварить. Больше не надо. Мариноваться будет у вас примерно сутки. Сюда можно выдавить лимон целый. А у меня есть лимонный сок натуральный, концентрированный. Поэтому я выливаю лимонный сок.
или, как я вам уже сказала, сок целого лимона. Если у вас нету целого лимона, возьмите тогда яблочный уксус. Если нет яблочного, рисовый уксус, виноградный уксус, только не синтетический, ни в коем случае. Не магазины. Магазинный уксус хорош для того, чтобы мыть, чистить, мух отгонять. Лично мое мнение, магазинный уксус – это отрава. Вот и все. Поэтому я никому не советую. Вот так. Вот такая вот смесь получилась. Наверное, нужно еще немножко мне добавить медика. Так, а там уже пенка, убираем пенку. У вас тоже будет пенка, потому что желудочки, они дают вот эту пенку, любой бульон мясной дает пенку. Шум, так называемый, этот шум мы убираем. Так, вот, кипит, все, пусть кипит. Так, я еще добавлю сюда немножечко. Чуть-чуть меда, хорошо. И теперь дело за маслом. Сколько масла? Раз. Вы можете оливковое масло, можете подсолнечное, можете кукурузное. Два. Три. Четыре. 5. Все, 5 столовых ложек растительного масла. Такого, какого вы хотите. И перемешиваем все это хорошенько, хорошенько. Но вы знаете, все равно масло, оно будет у вас вверху. А вот эта вся ваша смесь, она будет у вас внизу оседать. Но ничего страшного. Сейчас мы все равно маслечком пропитаем каждый ингредиент, каждый перец, каждую перчинку. Так, все, теперь это наша заливочка. Вот она, вот такая заливочка. Она готова. Пусть постоит, пока ждет своего часа, мы ее не трогаем. Теперь нам нужен будет лук. Вы можете, если у вас нет пореа, я использую зеленую часть пореа. Белую в другое блюдо использую, а зеленое сюда. Вот у меня порей, лучок. Я его сейчас нарезала. Вот. Вот таким вот образом. И он у меня также пойдет. Еще мне понадобится немножечко острого перчика, как я уже и говорила. Острый перчик. Любит мой муж все, чтобы было остренько. Так, семечки я убираю, потому что семечки это вообще. Кто-то любит, чтобы семечки были, я не люблю. Вот, я не люблю. И небольшой кусочек нужен, вот такой вот красного перчика. Будет достаточно, потому что я много этого красного перца не ем. А вот мой муж, он очень даже любит. Все. Все, этот перец, он сделает свое дело. Так. А лук-порей я еще вот так вот сделаю. Вот так вот я его сделаю. Угу. Все. Достаточно. Нормально. Теперь лук-порей положим сюда. Оп. Вы можете взять какую-нибудь миску. Я не нашла у себя такой прозрачный. Видно, я на море отвезла ее. И поэтому взяла, чтобы вам видно было, вот такую вот емкость. Потому что я смотрела в своих красных мисочках. Вам не видно, что происходит на самом деле. А так вот все видно. Так, теперь мы эту заливочку всю. Питаем лук наш.
Отлично. Все, лучок любит сладость. Маслечко, посмотрите, какой салат с луком порея. Пореем. Уже лучок порей можно кушать. Он уже вкусный. Уже этот салат можно кушать. Ну, а пока мы с вами разговаривали, наши пупочки вот превратились вот в такие вот. И теперь я их сюда перекладываю. Водичку, естественно, я вылила. Она нам не нужна. Все. Теперь все это помешаем, помешаем хорошенько, чтобы лучок пропитал все. Вот оно все. И маслечко, все, что нужно. Все, все. Посмотрите, я это сейчас выложу в баночку. Красного можно побольше перца. И будет вообще красиво. Вот это вот зелено-желтый такой вот порей. Зелено-бело-желтый. И плюс еще вот когда красное, это вообще потрясающая картина. Но я не хочу сильно. Хотя еще немножечко можно для красоты. У меня муж-то он любит, в принципе, этот перчик. Это я к нему отношусь так, знаете, с осторожностью. Маленьким деткам понятно, что нельзя. Да, где девочки, мальчики, прошу вас, не пишите мне свои диагнозы. С диагнозами все к врачу в очередь. Все, найдите хороших врачей, а мы за вас будем молиться. Посмотрите, видите, вот красный цвет, он сразу дает такую красоту неземную. И знаете, я еще немножко добавлю сюда лимонного сока. Чуть-чуть еще. Вы можете не один-два лимончика. Я же говорю, надо на глаз. Еще немножко лимонного сока не помешает. Все. Красота. Если вы любите сильно соленое, вы можете сольки добавить больше. Я не люблю сильно соленое, потому что у меня еще соленый соевый соус. Все, замечательно. Чтобы видно было там сок. Вот, видите, чтобы ваши пупочки, чтобы они были в соке. Вот так, вот такая красота. И в маслечке в этом. Все. Теперь вы подождете буквально одни сутки. И на следующий день до чечевицы. И ваш чечевицы, салат из чечевицы будет готов. А я люблю вас. Будьте благословенны. Пока-пока.